Дорожников призвали правильно бороться с гололедом. Технология использования смеси Бионорд нарушается, материал подсыпается бездумно и местами очень много, подчеркнул начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Если будут факты вот бездумного использования Бионорда, значит, мы просто дорожные службы предупредили, что мы оплачивать эту работу им не будем. Если у них много денег сегодня в своих организациях, ради бога. Но мы допускать такого больше, такой ситуации, значит, когда у нас дороги при минусовой температуре плачут, просто не должны. Контроль за правильной посыпкой дорог противогололедным материалом будет осуществлять служба заказчика городского хозяйства.